Мексико. Мексико Сити, конечно. Это сленговое слово для Мексики, даже лучше сказать для именно города Мексико. That means blonde. И означает блондинный. But after the significance has race. And now it's part of the language when you want to say to somebody that he doesn't belong to your space, to your community. Но значение часто менялось, и сейчас оно обрело немножко другое значение. Вы говорите человеку гуэрос, когда вы хотите ему обозначить, что он не принадлежит к вашему обществу, к вашему кругу. So gueros will be always a foreigner. И поэтому гуэро — это всегда иностранец. No, my life, he lives in that city too, and he was born in that city. Это человек, который всегда извне, даже если он родился в этом городе, даже если он всегда там находится. So that's a meaning, and that's why always Santos got mad about the word guero when they say guero to him. Именно поэтому Санто всегда обижается, когда слышит слово guero, когда обращается именно к нему. Because he doesn't feel like a foreigner in the city, he feels like he's from there. Потому что он не чувствует себя чужаком в этом городе, он чувствует себя местным. Я думаю, что это настоящая Мексика, настоящая Мехико, то есть это город многих контрастов. I mean, the country is as well contrast. We have the richest guy in the world, but we have like, I don't know, 20 million people in the extremely poor. Скажем, у нас страна больших контрастов, потому что с одной стороны у нас есть самый богатый человек в мире, с другой стороны у нас есть 20 миллионов бедных. Так пусть поделится. And so that was the real Mexico. In the movie you saw the financial district, which is a district with huge buildings, money, and then you saw the neighborhood when the guy is running. That's a poor neighborhood in North Mexico City, in the metro area. It's not Mexico City, it's the metro area. То, что вы видели на экране, это частично Мехико, частично пригород, и вы видели, наверное, большой роскошный район, финансовый район с большими зданиями. И также, если помните сцену, в которой мальчик бежит, это трущобы, то есть это бедный район Мехико. And actually, that's black and white too. И именно поэтому и черно-белое тоже. And then it became like a joke, like an inside joke, because sombra, which means shadow. И в какой-то момент это даже стало нашей внутренней шуткой, потому что сомбра переводится как тень. And Thomas, which is a white little guy. И Томас, который вот такой маленький светленький мальчик. So why not? That was black and white. Ну и почему бы нет? Как бы в этом тоже контраст, поэтому черно-белое все. Да, скажите, пожалуйста, а вот этот эффект с аудиокассетой, вот как он появился? Имеется в виду, когда одевают наушники, не слышно музыки, слышно только кассету. How did you came up with the effects with the cassette, with the tape recorder? I mean, the moments when they put the headphones on, we cannot hear the music, we can just hear the tape recorder. That's the other question of the movie. Это еще один главный вопрос. It was a discussion between the director and I how this music has to sound when we were doing the pre-production. А на самом деле у нас с режиссером была дискуссия, каким она должна звучать эта музыка, когда мы только готовились к съемкам. And we never agreed. So it was rock and roll, because he's from the 60s, it was something like folk, it was something like protest music, like you know, like Latin American music. И мы не могли найти согласия в этом вопросе. Мы думали, что возможно это будет рок-н-ролл, например, 60-х, или это может быть какая-то народная музыка 40-х. То есть мы не могли найти согласия. So Alonso came with me and one day and he told me, I know which the music is. И однажды ко мне подошел Алонсо и сказал, все, я придумал, я знаю, как мы сделаем музыку. It's no music. Музыки не будет вообще. And I think it's a good thing. Мне кажется, это была очень хорошая идея. No, not at all. Нет, он не хотел с ними подружиться. But what did he want to do with them? No, he wants just a beer and drink a beer with them. Нет, он на самом деле просто пиво хотел выпить с ними. I mean, you can find that kind of people in Mexico City. Вы можете встретиться с такими людьми в Мехико всегда. Но он как бы с виду приятный, мне понравился. Well, but he looks quite nice, I like him.